Как вы поправились? Дело не хитрое на самом деле. В принципе, работы очень много. Беспорядочное питание, соответственно, то есть не по графику, потому что бывает, что не успеваешь непосредственно покушать, в том числе правильно. Хочется после тяжелого трудового дня не в зал пойти, а прилечь на кроватку, на диван. Да, перед телевизором. Булочки, возможно, вот это все, это, естественно, мучное есть в нашей жизни, соответственно, и сладкое. Куда без этого, соответственно. В вашей профессии не мешает лишний вес как-то выигрывать дела в суде? Хотелось бы привести из себя форму, как говорится. Выглядеть презентабельно. Ну, да? Соответственно, да, помогать не только людям, но и вот себе вот непосредственно здоровье хоть сейчас взяться, так скажем, за ум.